начинались, и до первой капели сердце радовали. Ждали зиму матушку, и стар, и мал, чтобы удаль показать всем, да силушку. Только первая пороша на земь выпадет, так уж готовы самки с салазками, уж заточены коньки деревянные, снегоступы из дощечек сколочены. Ну а с первыми морозами светельными начиналось повсюду веселье. По полям в перегонки на лыжах бегали, да с высоких горок вниз неслись птицами, меж деревьями петляли на скорости, так что искры высекались над сугробами. А как только Волга-матушка льдом покрывалась, лучше прежнего забавы начинались. Тут и гонки на коньках и катание, тут и пляски, хороводы, состязания. А поди, спляши на льду тверскую барыню, ты еще не в одиночку, а парами. Так до вечера на льду шел лихой перепляс, да с задором, да с притопом, да с присядкой. Ох, любили тверичане игры зимние, и во все времена были в них сильны. Да и нынче в зимних видах спорта славятся и кумиров мастеров из родной Твери вспоминают с уважением и гордостью. Результатов на крупнейших всероссийских и международных соревнованиях.
Средняя школа единоборств насчитывает более 1200 воспитанников. Огромное число учащихся, прошедших обучение и воспитание спорта через школу, стали хорошими людьми, достойными гражданами нашего общества. Многие имена тренеров и спортсменов вошли в историю спорта Верхневолжья, в историю большого спорта нашей страны.